Дорогие друзья, как мне прискорбно, но наше время подходит к концу. Я хочу представить вам сейчас артистов, которые принимали участие в нашем сегодняшнем концерте. Это Юрий Черновалюк, группа Кеша и Салтычик, Сергей Симонов, клип «Артель» «Алифант энд К», рок-группа «Крюгер», Олежек Джексон и я, ваш покорный слуга Боб. И, конечно же, мои замечательные девочки-помощницы, Наташенька и Ира. Никогда, и только одно лишь знай, и не гадай, сейчас горает всегда оброни, не ускользай, не исчезай. Я могу все отдать. Что-то случится осенью или зимой. Кто-то стучится хрупкий легкий колокольный зной. Вечность прочится мимо нас, куда же нам. Холод как птица режет, пилит сердце пополам. Все прошло, сгорели свечи, не забудь тот наш последний вечер. И очень грустно вдруг стало нам. Душа устала, и боль ее не унять. Не объяснима моя печаль, ты так и знай. Растворилась тогда, только ты слез, слез, слез не вытирай, их соль питай, и больше не проклинай. Меня случится осенью или зимой, кто-то стучится хрупкий лед, как колокольный зной. Вечность промчится мимо нас, куда же нам. Холод, как птица. Дорогие друзья, большое вам спасибо. Большое вам спасибо. На этом наш концерт подошел к концу. Мы благодарим вас за теплый, радушный прием. Еще раз спасибо. До свидания. Следите за афишей.